Бонжур, мои друзья! Сегодня с вами я и мой друг Звук. День добрый! Посмотрим запись боя на 50B на Эльхауфе. Мега нагиба не ждите, но хочу поговорить об одной тактике для, ну, довольно быстрых танков. Раз 50B, то не обязательно сильно бронированных, не обязательно сильно незаметных, но могущих дамаг хороший раздать. Тактика заключается в том, что если мы на этом респе, мы едем вниз. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше шансов, что нам сейчас нахлобучат сверху. Обратите внимание, что режим боя выбран. А это на самом деле не сильно как бы и важно, встречка это или обычный стандартный бой. Здесь как-то вот получается так, что эти режимы не сильно отличаются друг от друга. Респы немножко сдвинуты, но бои столкновения, по сути, происходит в одних и тех же местах. И очень мало там вражеской команды идет, например, на этот фланг. Через этот фланг уже обычно не раша. Вот я тут сейчас за свете оказался. И у них, кстати, даже никто не поехал вообще вниз на этот фланг, ни одна СТ-шка. Вот Т-49 вдалеке, 530 метров. И этим фражиком я зарабатываю себе эксперта США. А, его не хватало для коллекции. После появления вот этих новых светлячков я все никак не мог убить Т-49. Вот теперь получил. Дальше, после того, как мы уничтожаем засветку внизу вражеской команды, мы можем выдвинуться вперед внизу. Здесь мы либо можем подсветить какие-нибудь танки, которые стоят выше нас, чтобы по ним постреляла наша команда, там кто-нибудь там стоит, Дарта. Также мы можем пострелять в задницу тем контактам, которые вот там сзади. В CD2 вот. Сейчас обратите внимание. Кто-нибудь там обязательно будет стоять. В данный момент это вот Т-30. Причем мы на грани видимости 400 метров. Это идеально. Да, даже не засветился. Ну, тут можно даже и засветиться, там как бы ничего страшного. Еще характерно, смотрите, вражеская команда вся поехала на тот фланг рашить. Там еще даже есть какие-то прострелы есть, но я решил как-то на это не останавливаться. Задача найти орту. Да, да, это моя личная фишка. Потому что видя, что на базу никто не охраняет, или все ПТшки, вон, вижу, контакты засвечены в раше, значит, база пустая. Значит, арту можно безнаказанно карать. Карать. Арта должна страдать. Вот она, кстати. Он даже тебя не заметил. Ну, все, в последний момент. Вон, видишь, он даже выстрелил перед смертью. А вот второго я, по-моему, так и не нашел. Не помню, что это вот. Тут он хитро стоял. Ну, как обычно, где арта в К5, если туда не поехал. Но все-таки не средний танк. Плюс там, смотри, какой вид вот сейчас вот. У меня была дилемма, заряжаться или нет, не перезаряжаться. Вот, наверное, надо было перезарядиться. Вот я, кстати, в свете, я не пойму, кто меня засветил. Тоже. Но этот 50B, он очень заметный, к сожалению. Если бы была СТ-шка, могли бы, наверное, не заметить. То есть, видишь, они все заняты там, было столкновение. А ты на быстром танке с большой там ДПМом или там барабаном вообще идеально заходишь им сзади. Понимаешь? Маневр, да? Ну понятно, и функционал 50B не танковать. А тактика, как обычно, стандартная такая джентльменская крысиная. Зайти, сунуть и сбежать, если тебе дадут. Крысиная, ты как прям сказал. Ну как? Единственное верное. Ну как крыса. Обычно джентльмены заходят и лоп-лоп, но, к сожалению, этот танк для этого не предназначен. Но это слова не мои, это наш друг волонтер мне этот термин ввел, я мне он понравился. Вообще для французских танков. После последнего обновления 50B стал очень точен на дальней дистанции. То есть не обязательно подходить вплотную и разряжать барабан. Можно это делать из расстояния. Ну тут я уже это подхожу просто потому что. Нет, тут Е4 меня не пробивает. Je les tire.
Не хватает, вот не хватает. Вообще сверхнаглость называется. Зайти ТТ-шком взад и просто стоять и наблюдать, как барабан снижается. Они даже не могут понять, куда свои стволы перевести. Да, бой фееричный. Ну, вот. По такому шаблону происходит большое количество боев на Лихолуфе сейчас. А вот если вы... скажи мне, Сергей, вот почему вот, что ты, вот когда ты гонишь вот эти золотые расходники, я смотрю, ремкомплект, золотой, аптечка, огнетушитель, это какой-то критерий или... Ну, в данном случае сейчас спанция происходит, что когда ты там набил больше трех фражиков и выжил в бою, вот тут мне не дают ее убить, то тебе дают вот комплект расходников, аптечки. Ну, раз мне их дают, а у меня нет особых, в общем-то, сейчас какие-то стеснения денежных средств, поэтому решил, ну что добру-то пропадать на складе, пылиться, пусть послужат. Ну, понятно. Вот, так что результаты боя вы сейчас видите на своих экранах. Если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.